Но в случае с Шрилой Прабхупадой это был факт, потому что благодаря этим комментариям, этим объяснениям, этим переводам, тексты становились понятными, и поэтому в этих переводах мы напрямую связываемся со Шрилой Прабхупадой. И вы знаете, что в этом мире мы живем в информационный век. Нас постоянно бомбардируют информацией. Но вы никогда не знаете, что там является правдой. В один день вы слышите информацию с одной стороны, затем с противоположной стороны, и вы просто не знаете, что является правдой. Это очень сложно. Но с трудами Шрилы Прабхупады мы можем понять, что это абсолютная истина. Здесь это написано человеком, которому можно полностью доверять. Он очень тщательно передал нам Писание, которое нисходит от Кришны. Мы можем на 100% доверять каждому слову в этих книгах. Так что хотя бы раз мы можем достичь с отключенными фильтрами, тогда как в мире, в окружающем мире всегда, чтобы вы не слышали, фильтры включены. Нажимайте на кнопку фильтра и начинается отсев. Это реальность или нет, это чушь. И так далее. Так что, читая книги Шрилы Прабхупады, мы можем полностью положиться на них, полностью доверять его книгам. И поэтому связь с ними очень важна. Это сразу же поднимает нас на трансцендентную платформу. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.